«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» – так завещал Мухаммед Али. Успешно следуют его завету и воспитанники спортивной школы «Карабулака». Завоевать две золотые медали на престижном турнире, конкурируя с 200 именитыми боксерами со всей страны – высший пилотаж. Абдулла Аушев – один из новотитулованных боксеров в этом зале. Тренируется 4 года. За это время он выработал в себе главные качества, без которых успеха в спорте не достичь – трудолюбие, упорство и дисциплина. Главное, это, во-первых, идеал отечества, да? Еще надо дико кичи аркотвал. Дико с дизычин котвал. Он чего дизер аркотвал? Дизер. Сначала дизер. На турнире провел 4 блистательных поединка. Вот он в красной экипировке атакует. Оказывает давление явно, стараясь сломить любое желание противника наступать. Сам Абдулла говорит, что все прошло в штатном режиме. В ринге действовал так, как перед боем было наказано тренером. Кичу я рос тогда дольше, они с банти. Дик бой же, я бой раз, я бой котвелр. Соперники жму басер, дик киш бомбор же. Но тхо подготов, чё дик ахлор и тхо котвелр. Тхо усреднуваш киш дярш тренер, шаушу в Тимури, Боку Хосени, Барху, Мустафа и Марсия Гурслани бы. Цар хакеш, тогда дахта тхо котвелр, тхо дал хвитнуть. Дух я все на что, а это же все на что, да, я ухожу разные мечи, кот тулуешь, что? А игра халхар, я хочу договор. Договор. Куча? Суворовских. Сколько чего утра? С собой я котю он первый сяха. Кубок победителя и золотая медаль достались не менее талантливому боксеру, тренирующемуся в этом зале. Хамзат Мальцагов в весовой категории 54 килограмма сразил всех оппонентов. Выточенная за 6 лет техника помогли ему действовать уверенно даже против именитых спортсменов. Сам боксер родом из Назрани. Было тяжело. Первый бой был не такой сложный, но 3 остальные, четвертьфинальные, полуфинальные и финальные, были очень тяжелые, очень хорошие соперники были. Они были опытные, выигрывали хорошие соревнования, сильные соперники были. Ранее с ними встречались уже где-то? Не встречался, но видел на соревнованиях. Они в других весовых категориях были. Вот как вы думаете, что вам помогло отличиться среди них и забрать у них победу? Ну, тот, кто больше тренируется, хоть чуть-чуть, он все равно с малым преимуществом будет выигрывать. Первенство вооруженных сил страны на призы чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева проходил в Воронежской области. Участию было заявлено 200 спортсменов. Сборная Ингушетии состояла из 3 боксеров. Главная новость – 2 наших победителей завоевали путевки на первенство России. К этим соревнованиям мы готовились где-то месяц. На самом деле ребята показали хороший результат. Из 3, которым мы повезли ребят, 2 стали победителями. Завоевали путевку? Да, на первенство России. И завоевали путевку на первенство России по боксу. А когда и где будет проходить? Первенство России будет проходить в конце мая в Краснодарском крае. Цель проведения первенства – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, выработка психологического иммунитета и отторжение к наркотикам, привитие ребятам патриотического воспитания, поддержание нормальных для здорового общества традиционных ценностей. Адам Бережков, Джамалил Султыгов, Новости 24.